Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Романс про фінанси. Чи продовжить МВФ працювати з Україною? Варто чи ні очікувати на податкову реформу і чи буде перегляд бюджету? Основна задача, яка зараз стоїть перед Міністерством фінансів, це створювати передпосилки для розвитку бізнесу, для економічного росту. Ексклюзивне інтерв'ю з міністром фінансів Олександром Данилюком. Я лібертаріанець, я придержуюсь там максимально ліберальних підходів. Продати не можна залишити. Що робити з державними монополіями? Може бути дуже ефективно. Ну і ще одне. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур знайшов 5 найодіозніших заяв чиновників, виданих нашій програмі за минулий рік. В будь-якій українській сім'ї знає, що заробити гроші – це тільки частина питання. Важно еще придумать, как правильно и эффективно их потратить. В масштабах всей страны этим занимается Министерство финансов. Именно здесь решают, сколько налогов взять, сколько занять денег и, самое главное, как это все перераспределить. В прошлом году к Министерству выдвигалось слишком много претензий. Некоторые из них справедливые, некоторые нет. Но самое главное, что ему не удалось, так это создать такие условия для бизнеса, чтобы он не просто платил налоги, но и развивался. За 2 останні роки українці майже звикли до того, що в економіці країни нічого доброго не відбувається. Грошей у бюджеті катма, промисловість не розвивається, а про гривню годі й балакати. Та схоже, на горизонті нарешті зажевріла надія на краще. Економіка України показує перші признаки відновлення. Вони поки що дуже такі, скажімо, доволі такі так слабі, але, як мінімум, вони позитивні. Є определена стабілізація, фінансова, бюджетна стабілізація. Дефицит бюджета небольшой, сейчас неплохо собираются налоги. Гривна укрепляется, Нацбанк выкупает излишки гривны. На данный момент идет активная подготовка к инвестированию в Украину. Бизнес-активность, которая является предшественницей инвестирования, очень сильная. Утім, ложку дьогтю до цієї бочки з медом додає купа невирішених проблем, яка може зіпсувати позитивний настрій експертів. Ключові – це зниження давлення на бізнес, це налогова реформа, це таможна реформа, яка має убрати корупцію в цьому составляющей, і верифікація. Якщо говорити о Мінфіні, то перед Мінфіном, вероятно всього, стоїть задача сокращення бюджетного дефіциту. Проте найбільший виклик для розпорядника державними фінансами країни становить відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Рік тому він припинив фінансувати Україну. МВФ – це єдиний спосіб заставити взагалі робити реформи. Як двоєчника якогось там. Ми тобі дадим печенье, якщо ти там зробиш то-то. Він всячески намагається батьків обманути. Нічого він не робить, там печенье він скушати хоче, а нічого робити він не хоче. Тож яким чином Міністерство фінансів закликатиме МВФ до співпраці і взагалі вирішувати проблеми країни, вочевидь знає його безпосередній очільник Олександр Данилюк. Ексклюзив першої шпальти. Как вы вообще оцениваете полгода работы украинской экономики с финансовой точки зрения? Насколько вы довольны тем, как выполняется бюджет? Ну, скажем так, достаточно доволен. Да, то есть, в принципе, сейчас мы идем по графику, то есть то, что планировалось у нас по доходной части, у нас, в принципе, выполнение идет по графику. Конечно, есть, сразу же вижу уже определенные риски. А давайте поговорим немножко о таких, может быть, не макро вопросах, а об атмосфере, которая существует здесь. Часто бизнес жалуется на то, что у нас налоговая система не способствует жизни. Да? В прошлом году на Министерство финансов возлагали большие надежды, что пройдет налоговая реформа. Как вы считаете, какой должна быть налоговая реформа и вообще должна ли она быть? На самом деле я сам, я либертарианец, я придерживаюсь там максимально либеральных подходов. И поэтому я считаю, что основная задача, которая сейчас стоит перед Министерством финансов, вообще перед всем финансовым экономическим блоком, это создавать предпосылки для развития бизнеса, для экономического роста. Я бы не сказал, что «но»,
Потому что все говорят, знаете, так, а потом говорят, но. Угу. На самом деле, часть той же самой картины – это понимать, что необходимо, реально необходимо бизнесу. Что касается администрирования, мы в этом году, сейчас мы готовим, уже фактически завершаем, да, подготовку законопроекта, который будем вносить в Верховную Раду перед началом, как бы, после того, как они вернутся с каникул, изменений в налоговый кодекс. Это определенный набор изменений в администрировании, которые направлены все на улучшение администрирования. А что это за... Значит, там есть, ну, я вам скажу, там несколько есть направлений. Первое – это, грубо говоря, системное, допустим, которое улучшит администрирование в связке Минфин и налоговое. Да? То есть, например, есть одно изменение, которое достаточно давно уже обсуждалось, я его полностью поддерживаю, которое связано с тем, что вот IT-системы, которые сейчас находятся в ДФС, они должны перейти в Минфин. Для чего? Для того, чтобы разорвать возможность манипулировать этими системами. Если что-то не получается, ну, у тебя есть инструмент IT-системы, а в IT-системах можно достаточно много чего спрятать на самом деле. Ты что, ДФС подстраивают информацию? Смотрите, под себя? Это вполне возможно, да? Это очень сложно доказать. Вот. Хотя, ну, комитет над этим долго работал, на самом деле. То есть они считают, что это там абсолютно очевидно. И самым правильным будет это убрать такой соблазн. То есть будет к чему апеллировать, если что? Да, совершенно верно. Это просто это определенное разграничение. То есть если есть конфликт интересов, да, мы фактически его выделяем на данный момент. Вот. Потом есть также еще и сферы конфликта интересов. Это как бы взять функции, любые письменные консультации должны предоставляться исключительно Минфином. Да? Не налоговой, а Минфином. Почему? Потому что мы отвечаем за налоговую политику на самом деле. Mm-hmm. Поэтому только мы можем комментировать, давать разъяснения. Mm-hmm. Да. Если этим занимается ДФС, то, к сожалению, это приводит к тому, что... Комментирует свою пользу. Ну, совершенно верно. И это логично. Правильно? Кстати, опять же, это системные проблемы. Потому что тут ты же не будешь, ну, никогда не будешь давать разъяснения, которые ухудшат твою ситуацию. А вдруг тебе когда-то это понадобится? Такая вот системная работа. А это означает ли это, что ставки вы трогать не будете до конца года, что ничего пересмотрено там вопрос не будет, и бизнес должен будет жить по тем правилам, которые есть сейчас? Что касается изменения ставок, то сейчас мы это не планируем. Сейчас жизнь, но бизнес будет жить по новым правилам. Но ответственность тоже должна быть. Как показывает опыт, что вот чем, еще раз, чем справедливее, но жестче регулирование, справедливое, но жестко, четко, тем и выше дисциплина. Знаете, если там справедливое и мягкое, скажем так, то ну, люди не платят налоги, и бизнесы не платят налоги. Вот. Если жестко и несправедливо, то это, знаете, называется давлением на бизнес. То есть должна вот именно вот это. Вот потому это очень сложно найти такой баланс. Насколько я понимаю, вы сказали, что рассмотрение вопроса МВФ, вопроса Украины, возможно в августе. Правильно я вас понял? Да, уже да. А почему вы думаете, что в августе? Потому что какие основания у вас есть так думать? Не, ну у меня основания очень простые. Что мы, в принципе, готовились там на конец июля. Да? Но так получилось, что в графике работы МВФ, то есть у них сейчас 3 недели перерыва, поэтому вот этот гап мы просто, этот как период мы заложили и рассчитываем на конец августа. А насколько вообще мы нуждаемся сейчас в деньгах МВФ? Многие сейчас раздаются голосов о том, что ну вот прошли тяжелую стадию, нам сейчас, в общем-то, полегчало немножко, да? Стоит ли продолжать вообще сотрудничать с МВФ и идти на какие-то жесткие требования? Вопрос сейчас не в деньгах, которые нам нужны от МВФ. Потому что ну, резервы, знаете, у нас на стабильном уровне. То есть у нас ну, такой потребности в деньгах сейчас нет. То есть и там через какой-то... Ну, они могут возникнуть через несколько месяцев. Да? Но опять же, это не, мы взаимодействуем с МВФ не ради денег. Сейчас взаимодействие с МВФ – это определенный сигнал инвесторам, что в нашей программе реформ
мы движемся совместно, как бы, то есть это наша программа реформ. То есть, грубо говоря, что наш партнер, как бы, с ней согласен и как бы позитивно ее оценивает, поэтому они поддерживают нас финансово на этом пути. И каждый транш – это сигнал, что мы, как бы, мы прогрессируем. Для инвесторов это очень важный сигнал. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. В этом месяце фонд государственного имущества так и не смог продать Одесский припортовый завод. Впрочем, не удалось ему реализовать ни одного крупного предприятия на протяжении двух последних лет. Очевидно, что госмонополиям придется свыкнуться с мыслью, что они еще долго не будут принадлежать частным владельцам. Мы решили разобраться в том, как же сделать эффективную работу госпредприятий в этих условиях. Могут ли государственные предприятия в принципе быть эффективными? Да, могут быть эффективными, и я скажу о том, что для этого нужно. Во-первых, предприятие должно быть прозрачным. Во-вторых, необходимо исключить политическое влияние из управления предприятиями. И, наконец, очень важный элемент, опять же, ссылаясь на пример «Нафтогаза», могу сказать, очень важный элемент в управлении государственными предприятиями – это независимые наблюдательные советы. Перша проблема – це те, що, на жаль, держава не може забезпечити свої компанії інвестиціями. Тобто, ну, фактично, в нашій історії не було жодного випадку, коли держава давала своїм компаніям гроші на розвиток. І друге – це те, що, на жаль, держава не може в наших умовах створювати правильні стимули для підприємств, для менеджменту підприємств, щоб вони працювали ефективно. Утім, незважаючи на проблеми, ситуація потроху змінюється. Цього року держпідприємства вперше принесуть державі 20 мільярдів гривень прибутку. Хоча це зовсім не вплине на їх розвиток, оскільки прибуток буде виплачений державі, а не реінвестований. Если посмотреть по основных бюджетоутворюющих, ну, в предприятиях, которые наполняют бюджеты, то это большие компании, государственные компании. К сожалению, я должен сказать, что у нас на сегодня государственные компании выплачивают 75% всей своей прибыли государству. Що ж все-таки слід зробити, аби держпідприємства стали ефективними, точно знає керівник великої державної компанії «Укрхімтрансаміак» Віктор Полозов. Ексклюзив першої шпальти. Существує таке представлення о том, що государственные предприятия, они все сплошь неэффективны, да, и что самое лучшее, что с ними можно сделать, это их продать. Последние 5 месяцев я работаю на госпредприятии. До этого я никогда не работал в госпредприятии, вообще не представлял, что это такое. С телевидения, из газет я знал, что все они неэффективны, управление неэффективное. Ну, может быть, в какой-то степени это справедливо. Но вот последние 5 месяцев, которые я проработал на этом предприятии, я вот увидел, что это предприятие вполне может быть и должно быть эффективным, с хорошей культурой производства, с хорошей техникой, с хорошей системой управления. Доход предприятия составляет на сегодня 3 миллиарда гривен. Из них ренту сразу предприятие дает в доход государства, это миллиард. Вот. Итого, ну, потом пошли различные налоги, да, итого предприятие отдаст в 2016 году 1 миллиард 590 тысяч гривен. Просто бюджет государства. Собственная себестоимость 450 миллионов, 900 миллионов – это оплата за услуги ОПЗ. Все. И 60 миллионов остается на реконструкцию развития. Вот примерно такие цифры на сегодняшний момент вот на этом предприятии. Ну, смотрите, вы сами, мне кажется, тоже отчасти ответили на этот вопрос. Если остается всего 60 миллионов гривен на реконструкцию развития, как можно развивать предприятие, предположим? С учетом отсутствия финансового плана, которого не было вот все 2,5 года, да, то, конечно, развивать предприятие нельзя. И об этом не то, что нельзя развивать, а предприятие у нас такое стратегическое, потому что оно, в общем-то, небезопасное с точки зрения, ну, экологии, с точки зрения там, жизни людей. Вот, оно абсолютно безопасное. Если у нас там, в стране есть газовая труба, есть нефтяная труба, есть аммиачная труба. Если газовая труба, ну, принесет ущерб
окружающей среде, там экономический ущерб. Нефтяная труба примерно то же самое, а аммиачная труба, она еще очень небезопасна для жизни людей. Я не помню, в каком году, вот на той части трубы, которая идет в Горловку, была такая утечка, 6 человек погибло. Вот, к сведению, что за 10 минут на 5 километров распространяется вот облако этого аммиака. А это съедает все живое на своем пути. Представьте, 2,5 года не было никаких там реконструкций, модернизаций. За это время, ну, и за это время, а трубе сегодня 37 лет, что немаловажно, 37 лет. Технологии уже ушли далеко вперед, материалы далеко ушли вперед, а труба наша стоит, если в нее, ну, вот, например, в этом году было около 30 утечек аммиака. Ну, небольших, маленьких, ну, неважно, они были утечки. Это экономические потери. Для того, чтобы поддерживать предприятие в хорошем состоянии, в технически хорошем состоянии, нужны еще дополнительные деньги. И это все говорит о том, что вот эта вся вот политика, ну, скажем, старых лет, она к этому привела. Ну, какой вы видите выход? Смотрите, вы говорите, эффективное и неэффективное государственное предприятие. Я вам сразу скажу, поработал 5 месяцев, скажу, что оно может быть очень эффективным. Я пришел туда, чтобы, как мне хочется, из там, не очень хорошего предприятия, да, не хочу называть плохими словами, сделать картинку, ну, как все то, что я до сих пор делал в своем частном бизнесе. Вот, доверьте мне, да. Утвердите мне тот финплан, который я предоставляю. И в конце года спросите у меня, как я его выполнил, в каком состоянии предприятие. Из этого предприятия можно сделать картинку. Можно увеличить перекачку аммиака при хорошем качестве, при хорошей культуре производства. Есть ли какой-то потенциал развития аммиакопровода, этого, предположим, за счет подключения там, каких-то украинских предприятий, то есть за счет внутреннего рынка? Вот вы правильный вопрос задали. Смотрите, с 2010 года, вот по сегодняшний день, ни одной тонны аммиака через трубу на внутренний украинский рынок не поступило. Вот я сейчас, когда пришел, дал команду, там, поехала группа специалистов по всем раздаточным станциям, которые были, ну, там, при проекте предусмотрены как станции, которые раздают аммиак на территорию, на сельское хозяйство Украины. Вот, из 12 станций на сегодняшний момент, на сегодняшний день, вот, работает только 4. Ну, может отпускать аммиак. Поэтому там еще есть большая работа для того, чтобы эти станции начали хорошо работать. Это раз. И второе, конечно же, поступление дешевого аммиака на внутренний украинский рынок, это, ну, очень важно для сельского хозяйства. В производстве минеральных удобрений работает у нас, ну, примерно 30 тысяч человек. А в сельском хозяйстве это 65% вот трудоспособного населения. Это, ну, так трудно мне сказать, миллионов, наверное, 15 народу у нас работают в сельском хозяйстве. Видите, разница какая, да? А отсутствие рынка, вот рынка, рынка на там, аммиака, рынка удобрения, она вся приводит к увеличению стоимости. Будет рынок, будет конкуренция, и будет, соответственно, цена ниже для тех же самых сельхозпроизводителей, что очень важно для нашей страны. По-моему, старый, по-моему, конфликт такой, да? Всегда Укрхимтранс аммиак говорил о том, что комплекс по перевалке аммиака должен входить, управляться самой компанией, а не детским припортовым заводом. Вот ваше отношение к этому, особенно с учетом того, что ОПЗ, я так понимаю, сейчас не удалось продать, и к нему приковано все внимание, да? Ну, мое отношение к этому как гражданина, например, да, я считаю, что, ну, и как гражданин, который разбирается немножко в химии, вот, я считаю, что комплекс по перевалке аммиака должен быть независимым. Абсолютно. Я не говорю, что он должен быть в Укрхимтрансаммиаке, но он обязательно в 100% не должен быть в собственности ОПЗ. Почему? Во-первых, комплекс по перегрузке, он уникальный. Такого комплекса нет нигде в мире. Значит, этот комплекс принимает и аммиак из трубы, и аммиак из Одесского припортового завода, и аммиак с железной дороги. Такого комплекса нет нигде, первое. Если там ходят разговоры такие, что технически это нельзя отделить, это абсолютно неправда, это... Технически его делить можно от ОПЗ, и он практически там мало чем связан с ним. Ну, электричество там независимо, есть своя подстанция, газ там, ветка газа там тоже своя, да, есть коммуникации, там вода или канализация, но с этим можно разговаривать. Вот, это первая причина. И вторая причина, что ОПЗ – это завод по производству аммиака карбамида. И перевалка для них – это, ну, что бы там ни говорили, это вообще не их бизнес. Это второстепенный бизнес, которому, соответственно, внимание со стороны ОПЗ уделяется, ну, соответственно.
Вот, поэтому это предприятие, я уверен, на 100%, оно должно быть абсолютно независимым. Независимое государственное предприятие. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур аналізує топ-5 нечесних заяв чиновників, які були видані нашій програмі впродовж року. А сьогодні, в честь годовщини нашої програми, ми вирішили розібрати ті прогнози цитати чиновників, які оказались, ну, м'яко говоря, неправильними. Тому з лівої сторони буде спеціальне устройство, яке буде міряти уровень іскренності того или иного спікера. Ну, а тепер перейдемо, собственно говоря, к самому рейтингу. На 5-м месте нашего рейтинга вице-премьер Геннадий Зубко, который дал прогноз того, сколько местные бюджеты получат денег после децентрализации. Мы практично приняли все законодавство, яке дозволяє сформувати економічно ефективні громади, яке дозволяє практично побудувати можливість надання цим громадам коштів. І це було прийнято в бюджетному податковому кодексі, і ми вже побачили, що практично додатково 5,5 мільярдів за перший квартал місцеві бюджети отримали. Яресько казала, що отримують 45 мільярдів за рік. Ну, за рік. За перший квартал 5. Перший квартал по надходженням завжди є меншим, да? Але 5,5 – це додатково, яких ми не закладали в бюджет. Взагалі ми очікуємо близько 39 мільярдів по року, що місцеві бюджети додатково отримують. Прогноз чиновника не збився. Сума оказалась менше, як мінімум, на 10 мільярдів гривень. Насправді, прогнози – невдячна справа. Якщо ви, звичайно, не гаряча блондинка, ведуча прогнозу погоди. А якщо ви брюнет з пивним животом і з зачіскою а-ля розпушений Кашпіровський, то вам краще робити точні прогнози. Ну, або робити пластичну операцію і стати гарячою блондинкою. І потім можете змінити посаду з віце-прем'єр на цице-прем'єр. На 4-му місці нашого рейтингу Наталія Лебедь, заместитель глави Фонду государственного имущества. Полгода назад вона нам розказала о том, як будуть оцінювати Одеський припортовий завод. По-перше, ми повністю змінили механізм оцінки і змінили методику оцінки майна. І нова методика оцінки набрала чинності 22 грудня 2015 року. Ще найближчим часом ми почнемо запроваджувати відкриті публічні слухання проєктів звітів про оцінку великих підприємств. Но ее прогноз не сбылся. Совсем недавно конкурс по продаже Одесского припортового завода отменили. И одна из причин, которая была названа уже главой Игорем Белоусом, заключалась в том, что цена была не рыночная. Реформа, яка полягає у запровадженні слухань. Угу. За цю реформу я нагороджую пані Наталію Лебедь фенендоскопом. Пані Наталю, реформа – це не слухання, реформа – це роблення. А на 3-м місці Андрій Алінчик, заместитель глави фонду гарантування вкладів фізичних ліц. Он предсказывал, что фонд найдет деньги, которые Николай Лагун украл из Дельтабанка, вывел из страны и возвратит в Украину. Конечно же, ничего такого не произошло. Деньги Дельтабанка растворились в природе. Послушаем его цитату. В данной ситуации, с нашего боку, я могу сказать, будет сделано все, что потрібно и все, что можливо. Уже можу сказати, что в тих 130 мільярдах, да, претензій по заяву правоохоронні органи, які ми вже подали, серед цих 130 мільярдів достатньо серйозний процент складають претензії по Дельті. Як через правоохоронні органи, так через форенсиків, починаючи з цих двох пілотів, так і те, що роботу, яку ми почали з групи Світобанку по поверненню вкрадених активів, наші наміри достатньо серйозні, ми рухаємося достатньо динамічно. Ще один прогнозист. Якщо перекласти його відповідь з бюрократичної мови на українську, то ось що сказав заступник голови фонду гарантування вкладів. Бла 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 бла. Я не знаю, як повернути ці гроші. Бла 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 бла. Второе место получает нынешний премьер-министр, а тогда, когда мы брали интервью, еще спикер Верховной Рады, Владимир Гройсман, который утверждал, что Верховная Рада отлично голосует все законопроекты, которые необходимы для реформ. Послушаем цитату. Почему так мало принимается важных для реформ законов? Я думаю, что критерий «мало принимается важливых законов», он є абсолютно невірний. Мы демонстрируем сегодня, и в том числе и по кількості, достатньо високу кількість прийняття законів. Що стосується рейтингів і всього іншого, то я з задоволенням поцікавлюсь,
і подивлюсь, в чому саме є проблема. Я думаю, що не зовсім так говорити про те, що український парламент не приймає рішення. Ну, а от тепер цитата Романа Хмеля, глави департаменту автотранспорту Мінінфраструктури, який говорить якраз о тому, що у нього великі проблеми з тим, що реформаторські законопроекти не проходять через Верховну Раду. І чому вони не проходять? Послухаємо його цитату. Що ви бачите за прошедший год, не только по нашему министерству, по многим другим министерствам наработано огромное количество законодательных изменений, которые висят мертвым грузом в парламенте. Вот эти законы, о которых вы говорили, кто их тормозит и почему? Депутаты за них не голосуют. Ну почему? То есть, может, у них какой-то интерес там коммерческий или они политически считают это неправильным? Законопроект про дорожный фонд, который децентрализует денежные потоки на дороге, который дает деньги на места, выгоден всем депутатам. 140 голосов, которые законопроект набрал при сигнальном голосовании, это показатель того, что депутаты, не ходят на работу, просто не ходят на работу. Он был поставлен на голосование после обеда. И депутаты говорят, ну вы же технологию не знаете, прохождение, принятие закона. Надо же утречком ставить, когда все там зарегистрировались, и все еще после кофе на стимуляторах. Да? То есть они не ходят на работу, они, не читали законопроект. Они даже не поняли, что это выгодно им. Я зрозумів. Не можна оцінювати роботу Верховної Ради просто за кількістю прийнятих законопроєктів. Треба кількість прийнятих законопроєктів поділити на кількість спожитої кави і стимуляторів для прийняття цих законопроєктів. Тільки треба щось зробити з паном молодшим Добкіним, бо він явно буде псувати депутатам статистику по стимуляторах. И на первом месте у нас Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП. В нашем интервью в декабре месяце вот что он говорил по поводу того, что он никак не влияет на назначение глав государственных монополий. Послушаем. У госпредприятий отсутствует квотный принцип. Более того, назначение руководителей госпредприятий полностью прерогатива Кабмина. И документы по назначению руководства готовятся в недрах министра кабинета министров. Вот, все кадровые вопросы, это мы прекрасно об этом знаем, исключительная прерогатива премьера. Ну а теперь самое главное. Уже в феврале произошел громадный скандал с Айваром Абрамовичем, бывшим министром экономики, который ушел из министерства, обвинив как раз того же Игоря Кононенко в том, что он пытался назначить своего замминистра экономики и еще назначал очень много других чиновников на ключевые государственные монополии. Послушаем цитату Айвара Абрамовича. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, рассказывать им о наших успехах, в то время как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей. Эти люди имеют имена. И одно из этих имен я вам сейчас озвучу. Это Игорь Кононенко. Давил на назначение в Укрзовнешинформ предприятия порошковой металлургии, Национального агентства аккредитации Украины и несколько других предприятий. Кульминацией этого кадрового беспредела и желания полного подчинения потоков стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики. Найцікавіше те, що тут пан Кононенко навіть не збрехав. Пан Кононенко просто не договорив. Він не сказав, що не до кабінету міністрів живу я! Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи.